А, ну, значит, можно, пожалуйста, вертушечку и блинчик? Что это за блинчик нам принесли на масленице? Limited Edition VIP Labello Blanco Classic. Prince of Featuring Demolition Man. Трек называется Fire. Послушаем. Здравствуйте, друзья! Меня зовут DJ Juxtapose. Я вас всех поздравляю с масленицей. К этому празднику у нас есть горячий крючок. Собственно, расскажу про эту пластинку пару слов. Трек Fire я услышал вообще 100 лет назад, еще даже когда диджейством толком не занимался. Периодически его просматривал, либо его подкачать, потом уже начал искать пластинку. В общем, долго-долго я искал и в какой-то момент наткнулся на таком маленьком сайте английской по продаже пластинок. Естественно, сразу же заказал, она ко мне пришла, и что я могу сказать? Трек один, ну, пожалуй, наверное, самый популярный в моей коллекции. Я играю его чуть не на каждой вечеринке, потому что трек реально взрывной, всегда прокачивает и всегда вообще срабатывает как надо и укладывается практически в любой микс. Что я могу сказать? Все, в принципе, слышали этот трек, ну или практически все. И слышали текст, но, мне кажется, мало кто знает, о чем, данный трек. Мы воспользовались современными технологиями и с помощью электронного переводчика решили привести небольшой фрагмент. Так вот, собственно, о чем происходит нам Demolition Man. Перемещение ООН, прикладом стороны движения ООН. Теперь ненормально, иду и снизу, сам, прямо сейчас. Кто Дюпон де микрофон? Ну, миль, Demolition Man. Все массивные там сейчас слышать это. Дизди, очень-очень быстрый язык, маут-маут. Мне Диди, мне Мекстиль, приходят в бой фантастические чати. Ридим Понд, Ридим Понд, Ридим Понд, Ридим Ми, разведчик рафных, ах. Очень-очень быстрый язык, маут-маут. Мне Диди, мне Мекмиль, приходят в бой фантастические чати. Весь экипаж лайта, все скачок вверх массивный. Фи, реально, это не сделка или сделка. Прислушайся к словам, не быстро сбился язык, маут-маут. Мне здесь приходят фантастические слезы, где место навоз. Выдмиль, лирический язык. Все девушки, Диден, смотреть это, огонь. Уму фантастические банди, банди место навоз. Снос для понда микрофона, иначе известный как Уэйн Молот. Огонь. Все девушки, Диди, и на места, которые делают Ди крошечные, многоточие, ми орать. Гиди-гиди, но вставать, встать. Диги-диги, нет, гиди-гиди, получить навоз квартиры. Сам Demolition Man, Demolition микрофон. Ну что, друзья мои, теперь мы все знаем, о чем поет Demolition Man в своем треке, и можем подпевать ему на вечеринках теперь и на русском языке. С вами был Арсений Juxtapose. Я еще раз поздравляю всех с масленицей и желаю вам всем побольше вкусных блинчиков, как этот.